приходите сюда и посмотрите вживую. Здравствуйте. Замечательные, мощные автомобили. Набираем мы туда людей не как бы что, и лишь бы кого. И вот сегодня мой товарищ по цеху Игорь принес сюда вот этот сборник скафандров. Но мне такие работники не годятся, как говорится, я против вот этого отвлечения. Поэтому со скафандрами мы боремся совершенно определенно. Четко, вот таким образом. Смотрите, разгадываем, конечно. Нет, некогда, некогда, работать надо. Еще мне тут. Работать надо, все. Никаких. Есть еще экземпляры, если кто-то хочет попробовать. Да. Все, на. И подгадывать все-таки. Ну, давайте. Один на самый смелый. Так. Ну, давай. Прошу обратить внимание, что уникальные автомобили, уникальные СТО, уникальные работники. Изготавливается у нас все, вы знаете, в основном вручную. И мало ли где вы оказались, чтобы можно было подремонтировать, совершить срочный ремонт, набираются определенные люди, умеющие делать следующее. Понадобилось, допустим, рессоры вашему автомобилю. Сотрудник берет исходный материал. Где-то не показано чаще. Рессоры не было. Мы решили ее сделать сзади. Взяли прудок 16 мм. Взяли Алексея зубы. Офигеть! Какой стоматолог? Стоматолог, да? Стоматолог у нас нет. Ну там в Тольятти молоко, и что там еще? И спонсоры. Эксклюзивные вещи, все работает. Круто! Спасибо. Давай еще. Какие автомобили такие из царя? Молодой человек правильно сказал, круто. Это больно. Вот такая пружинка оригинальная. Да, то есть я думаю, что вы... Что вы понимаете, что история это по сути пружины, они могут понадобиться различного диаметра. И различным, соответственно, способом они изготавливаются. Сейчас очередной вариант рессоры более, большего диаметра. Мы предоставим вашему вниманию. Наблюдаем. Для этого понадобится автослесарь Игорь, ну и некоторая моя помощь. Да зачем ему дышать-то? Я же работаю, мне некогда дышать. Некогда ему дышать, работает он. Ну вот, таким способом изготавливаем рессоры на нашем СТО. Ну и работников, соответственно, мы подбираем, я уже сказал. По шее. Ну, по шее, но по некоторым кондициям. Так, и теперь я хочу пригласить сюда претендентов. То есть люди, желающие устроиться на наше СТО, и мне потребуется трое взрослых мужчин. Ребят, трое, ну подойдите, пожалуйста, не переживайте. Сейчас отбор женщин. Мужчин прошу. Вот, нормально. Ну, я не знаю, четверо получилось, что делать будем. Выдавай реквизит. Сейчас мы... Выдавай, раздавай желающим. Ребят, все очень просто. Сейчас производим отбор кандидатур на наше СТО. Игорь, как я уже сказал, опытный автослесарь, будет надувать шарик богатырский. Да, вам раздали обычные, простые шарики, представляющие данную фирму. Так, задача ваша. Как минимум не отстать от Игоря. Сейчас я скомандую. Раз, два, три, начинаем надувать. Желательно, чтобы он лопнул быстрее, чем у него. Ты готов? Зрители готовы? Участники, я вижу, что вы готовы. Раз, два, начали! Претендент номер один. Похоже, мне тебя придется заменить. Ребят, а вот... Знаете, вы можете, я вижу, что вы справляетесь удачно, вы можете подарить детям просто. Просто взять, пожалеть шарики, подарить
Давайте детишкам отдадим. У вас хорошо получается, я вижу. Успешно с этим справляетесь. Тем более, победители у нас уже... Пусть вам зовет, или сами, если умеете. Так, выясните. Кто надует, того берем сразу к себе в команду. На наши стол, да? Зрители вас активно поддерживают. Ну, надуваем, уже можно, можно. Я забыл с командой, может быть. Раз, два, три. Поддержка наша, ваше старание. Может, с другой стороны? Так, есть? Нет, все нормально. Ребят, чтобы не затянулся процесс, давайте я как профессионал, да, как уже работник данной компании, то я продемонстрирую вам, как это делается. Любой, пожалуйста. Какой вы хотите? Какой хотите, чтобы я... Какой мне надо? Розовый, сказали. Да что же, ну, какой-нибудь надо. Смотрите внимательно. Сейчас Алексей вам покажет тайну, как он это делает. Смотрите внимательно. Не-не-не-не. Вот смотрите, он быстро-быстро просунул язык до конца. И потом просто закончил. Все очень просто на самом деле. Странный фантазий. Давайте еще, чтобы сомнений не было. Не-не-не, девочки, договорились. Да ладно. Девочки, все равно ты уступишь девочке, да? Ну да. Ну, мальчишки обычно. Это настоящий богатырь. Можно я ему подарю? Можно. Ты знаешь, ты будущий работник СТО, я надеюсь, да? Поэтому мы не только сильны духом и телом, но еще и галантный кавалер. У девочки день рождения. Девочка, как тебя зовут? Рузаря, день рождения. Тебя как зовут? А Дима, будущий работник нашего СТО, тебе вручит вот такой подарок. Мужики, спасибо вам большое за участие. Тренируйтесь. Мы ждем вас на нашем СТО, как научитесь, приходите. Так, ну, а у нас изготовлен, ну, как я сказал бы, не изготовлен, преобразует немножко вот эту сковородку. Возить с собой даже в таком автомобиле не очень удобно. Можно с собой гораздо больше полезных вещей взять. А чтобы она была компактнее, да, и в ней было удобно изготавливать, там, я не знаю, блины с начинкой, да, Игорь ее несколько преобразует, давай. Да, можно драться. Не будет. Растёпа, смотри. Ну-ка. Ну и ваша некоторая поддержка ему не помешала. Давай, Игорь. Крепко сковородка. Давай. Сковородку. Тебе подсказали, конечно. Димка тебе подсказал. Сам Нига этот сковородку. Ты знаешь, что это борда Барака Обамы. Давай. Данный прибор очень удобно. Он становится компактным. Удобно печь блины. Тепло равномерно распределяется, да? Ну, я не знаю, что еще. На фен похоже немного, да? Вот бумажечка свидетельствует о том, что это... отечественная продукция. Держи. Мы за импортозамещение. Ну и еще один прибор, смотрите. Это прибор для пикника. Игорь, прокомментируешь? На газели большие автомобили, в них очень удобно большой компании выехать на пикник. А на пикнике нам что надо? Обычно мы жарим шашлык. Но мы усовершенствовали, чтобы не искать дрова, не ходить по лесу, не портить деревья. Дрова с собой. Кусок доски 5 сантиметров, сковородочка, ну мало ли может яичницу с бекончиком захочется пожарить. Алюминиевая сковородочка, гвоздики 150, ну Алексей опять не взял. Забыл, ну. Молоток, зачем это там это баловство? Давай, руками, давай. Воспользоваться... Что бы я без тебя делал? Давайте ну-ка. Поможем Алексею. Давайте, а вот это ну-ка. 5 сантиметров. Ребят, давайте отойдем, то он приходит. Немножко вот это крутится, вращается. Да, надо доделать до конца, чтобы все было четко, как в наших автомобилях. И 3-2 шага назад. Повторяем. Ну-ка, давайте. Посмотрим. Давайте еще раз поддержим Алексея. Давайте похлопаем ему. Считаю. Раз. Два. Сейчас. Три. Подожди. Раз. Вот идеальный туристический набор готов.
поправить? Да, чтобы... Вот такая. Зубами вытащить. Вот, это уже нужен будет стоматолог. Не, ребята, острые гвозди, давайте взрослым кого-нибудь. Да, давайте. Давайте моей маме. Взрослым не обижать. Ну, я уже вот определился, нас поддерживают. Зачем маме гвозди? Так, ну и, вы знаете, прежде чем применять на нашем СТО какие-либо запчасти, так скажем, вообще инструменты, мы, конечно же, подвергаем проверке. А вот наш самый главный дегустатор. Эксперт, да. Что мы? Даже несмотря на то, что вот этот, казалось бы, болт серьезный, такой блестящий, толстый, мы сначала проверим, насколько он прочный, да. Он может быть очень легким и сломаться в одну же минуту. Возможно. Слушай, я тебя в следующий раз возьму. Так, ну Игорь сейчас его проверит, если этот болт не выдержит. Игорь, да, 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 Игорёвский, рук, ног. Ну-ка давай. То мы не будем использовать больше. Нет, нет. Нет, этот болт там не подойдет. Фигня, будем использовать фигня. Только высококачественные фигня. Инструменты. Спасибо вам большое за поддержку, за участие. Приходите, готовьте, приходите к нам на СТО. Работать. Ну, а мы передаем микрофон ведущему. Эти люди могут рисовать автомобили просто голыми руками, выправлять различного рода дефекты.